сразу. Он оставил, отстоял русские границы по европейской стороне. Он разбил сначала шведов, потом немцев. И в конце концов, ну, достиг такого уважения на Руси, что он стал святым. Ни один князь больше не стал святым, как Александр Невский. И среди вооруженных сил он является нашим покровителем. Ездим на фестиваль «Ледовое побоище», где хотим доказать, что мы достойны этого поколения. И бьемся так же отчаянно, как и те в 13 веке русские с Европой. И бьемся сейчас с Европой, так же, как бились с Европой наши прадеды и прапрадеды.